эту песню небо ангелы поют. Слава Отцу Божьему. Аллилуйя. 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 Слава тебе. Аллилуйя. 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 Слава тебе. Эту песню небо ангелы поют. Слава Отцу Божьему. Эту песню небо Я думаю, все слышат знакомые звуки. Народ Божий, ликуй сегодня. Кто здесь знает Бога? Я спрашиваю, кто здесь знает Бога? Аллилуйя. Не уставай хлопать в ладоши. Они даны нам для того, чтобы прославлять нашего Господа. Еще, еще. Вы готовы? Мы
скажи своему соседу, другу своему, скажи. Во Христе Иисусе ты не должен треть, а во Христе Иисусе должен ты гореть. Огненные церкви могут все, ну что же мне тебе сказать еще? Я не знаю, насколько тебе жарко, насколько ты устал за сегодняшний день, но я тебе скажу так. Если ты хочешь получить сегодня чудо этим вечером, Бог тебе сегодня говорит: прославляй меня так, чтобы я поверил тебе, что ты хочешь от меня чудо. Если ты устаешь славить Бога, если твои руки опущены, значит, помазание и славы Божьей не может быть на тебе. До тех пор, пока твои руки подняты к Богу, до тех пор, пока ты поешь, славишь Его и танцуешь на этом месте, до тех пор слава Божья будет на твоей голове. Ты веришь в церковь? Вы знаете, мы пришли сюда, чтобы не получить чудо от человека. Мы не пришли, чтобы смотреть на человека и думать: о, какой он хороший или плохой, или он помазанный, или такой. Мы пришли, чтобы славить нашего Бога и получить от Него чудо. Если ты веришь, закричи «Амэээ». Я попрошу вас, когда мы сейчас будем слышать звук труб на вторую часть, чтобы каждый из вас оторвался от этого места, потому что это место должно потрястись от славы Божьей, потому что мы огненная церковь. Как только ты потеряешь огонь, ты получишь проблемы, болезни, все что угодно. До тех пор, пока в твоей жизни есть огонь, болезни нет в твоем теле, бесов нет в твоем теле. Ты веришь в церковь? До тех пор, пока на этой земле есть церковь полная огня, нету места в нашей стране гомосексуализму, нету места проклятию, греху. До тех пор, пока у нас есть огонь, вы готовы со мной, церковь? Раз, два, раз, два, три, эй! Танцуй, перетри! Теперь это похоже на огненную церковь. А попробуй славить его следующую минуту просто без музыки, один. Аллилуйя! Мы можем двигаться дальше? Мы можем двигаться дальше? Если ты устал от собственных идей, если ты устал от своих проповедей, если ты устал от беспомощных цепей, кто мешает тебе? Иди к нему, иди!
Если ты устал от собственных идей, если ты устал от своих проповедей. Еще, если ты устал от собственных идей, если ты устал от своих проповедей. Если ты устал от собственных идей, если ты устал от своих проповедей. Спойте, о-о-о-о-о-эй! Дух Святой, Дух Святой излит на нас. Дух Святой, это Дух Святой. Дух Святой еще. Дух Святой, это Дух Святой. Дух Святой излит на нас. Дух Святой, это Дух Святой. Послушай меня, эй, что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Хоть что произошло? Это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Дух Святой, это Дух Святой. Дух Святой, это Дух Святой. Один выстрел дьяволу в голову вместе со мной. Бэй! Готов два выстрела дьяволу в голову. Бэй, бэй! Возьми еще два выстрела дьяволу в голову. Бэй, бэй! 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 Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Дух Святой, это Дух Святой. Дух Святой излит на нас. Дух Святой, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Что произошло, что случилось со мной? Это Божий ливень, это Дух Святой. Дух Святой излит на нас. Дьяволу в голову, бэй! Из духа сделай два выстрела дьяволу в голову, бэй, бэй! Еще два выстрела, да, да, бэй, бэй! Еще два, one, a two, a three, a four, бэй, бэй! Эй!
Еще раз воздай Господу славу. Это замечательный вечер. Когда Дух Святой уже здесь, ты чувствуешь его. Я не могу стоять на месте. Пой со мной эту песню. Мне не нужен такой беспомощный Христос. Не желаю, чтобы жизнь летела под откос. Ну и пусть она очень, и пусть за бортом. Дьявол никогда не войдет в мой дом. Пусть тогда не скот, пусть попалый просак. Я не сдамся и не выключу белый флаг. Я не верю в то, что поражение судьба. Я не верю, что враги уничтожат меня. Я не верю, что Господь пройдет стороной. Он услышит меня, он всегда со мной. Ведь он не молчащий Бог, его уста в ответ. Он отвечает. Чудеса.
сердце насишь открыто ярким светом залита церковь духом святым святою кровью омыто время время святых и верных время для храбрых воинов стражами встать на стенах армией стройной. Поколение новых времен.